В декабре 2014 года Барак Обама и Рауль Кастро решили возобновить дипломатические отношения и, что удивительно, поблагодарили Папу Франциска за его помощь в продвижении примирения между двумя странами. По этой причине 9 месяцев спустя Папа Франциск совершил очень важную поездку на Кубу и в США, чтобы продвигать этот процесс. Так он объяснил это прессе во время перелета в Гавану. Я хочу поблагодарить вас за все, что вы делаете, за всю вашу работу, а также за строительство мостов. Они могут быть небольшими, но соединив один небольшой мост с другим, можно строить главный мост мира. На Кубе Рауль Кастро встретил его на взлетно-посадочной полосе и рассказал, что не все вопросы решены. Блокада США, которая приводит к гуманитарному кризису и ограничивает жизнь кубинских семей, является жестокой, аморальной и незаконной. Это нужно остановить. Территория, используемая военной базой в Гуантанамо, должна быть возвращена к Кубе. Я призываю политических лидеров продолжать идти по этому пути и развивать весь возможный потенциал, потому что вы призваны к великой миссии и должны служить во имя мира и благополучия народа Северной и Южной Америки, а также стать примером примирения для всего мира. В Гаване сотни тысяч людей посетили мессу Папы Франциска, которая проходила на площади Революции. После церемонии папа в частном порядке посетил Фиделя Кастро в его собственном доме. Встреча с Раулем Кастро прошла в официальной резиденции кубинского президента. Перед тем, как попрощаться с прессой, папа поблагодарил его за помилование 3500 заключенных. Я хочу поблагодарить вас за теплый и гостеприимный прием. Я также хочу поблагодарить вас за помилование. В ознаменовании встречи Кастро подарил папе распятие, сделанное из весел кубинских лодок, которые пытались достичь побережья Соединенных Штатов. В Гаване папа встретился с молодыми людьми, чтобы поговорить с ними об их будущем. Откройте свое сердце, откройтесь миру и мечтайте. Мечтайте о том, что мир может быть другим. Мечтайте о том, что если вы выкладываетесь по максимуму, вы помогаете сделать этот мир лучше. В Сантьяго-де-Куба, у святыни-покровительницы города Богоматери Каридад-дель-Кобре, Святейший Отец вспомнил кубинских бабушек и матерей, которые сохранили веру в годы репрессий. Они оставили открытым крошечное пространство, маленькое, как горчичное зерно, через которое Святой Дух продолжает сопровождать сердцебиение этого народа. В то же утро Рауль Кастро лично попрощался с папой в аэропорту Сантьяго. Оба лидера разговаривали по дороге к самолету, где в последний раз пожали друг другу руки. Оттуда папа Франциск улетел в Вашингтон, округ Колумбия.